Всем привет! Сегодня делаем упражнение 2, 5, 3. Давайте приступим. Опять-таки закрепляю задание вверху и начинаем его делать. Что нужно сделать? Нам нужно протестировать соединение с веб-сервером. Для этого нам нужно узнать его IP-адрес и, например, отправить пинг. Давайте это сделаем. Открываем PC1, PC2. И PC3. Как написано вот здесь. Вот первый. И давайте откроем второй. Он бывает. Откроем PC2. Давайте его поставим где-то вот здесь. И вот тут будет инструкция. Нормально. Десктоп. Командная строка. И в устройстве PC1 и PC2 вводим команду ping. Пинг и указываем IP-адрес веб-сервера. И тут тоже пинг. И, как вы можете видеть, у нас на этом устройстве все 4 отправлено, 4. У нас 4 отправлено, 0 получено, 4 утрачено. И здесь у нас 4 отправлено, 0 получено, 4 утрачено. Окей. Нужно ответить на вопрос, были ли успешные пинги, и если нет, то почему у нас они были неуспешны, а почему вам нужно будет подумать и ответить. А дальше, что нужно сделать? Нужно настроить Default Route на устройстве R2. А для этого открываем R2 и вводим команду IP-Route 000 и так дальше. Вот R2. Давайте закрепим его. Командная строка. Enable conf t. Готово. И указываем IP route. Готово. Окей, да, у нас есть тут предупреждение, но все настроено, все хорошо. Дальше. Нам нужно настроить route в OSPF. Для этого копируем команду router ospf1 и default information originate. Готово. Теперь давайте еще раз протестируем наше соединение. Ждем. Первый неудачный. И дальше пинг уже идет и срабатывает. У нас все хорошо, пинг успешен. Можем пробинговать еще раз. И наш пинг будет на 100% успешен, ни один пакет не будет утрачен. Таким образом, мы настроили наш SPF и сделали задание. А на этом все. Пока.